Вот, наконец-то в моем городе появилась услуга доставки Фраше. Вот буквально я неделю назад сделала заказ. И сегодня хоба и приносят. Обычно недели три занимает. Вот. Ну, переплата, конечно, 300 рублей. Я бы лучше подождала. Ну, будем открывать. Я вижу. Это вот такой гель для душа. Теперь вся в геле для душа. Ванильное тыблоко. Вот здесь 400 миллилитров. И что я хочу сказать, пахнет это новиночка действительно тыбоком, действительно ванильным. И мне не терпится его пробовать в душе. Я думаю, это будет один из моих любимых ароматов даже. Даже так. Далее, вот такое вот, что это у нас здесь. Да. Рассматриваю посылку с помощью видоискателя. Это что-то новенькое, конечно. И это у нас парфюмированный гель для душа, ванильный лимон. Прям все у нас сегодня ванильное. Пахнет вот это чудо, как в случае с яблоком, ванильным лимоном. И очень такой сладковатый немножечко аромат. Мне очень понравилось, в отличие от буквально вчера. Приходил так, с чем? Цитрусовый цветок. Если я решила его попробовать разочек, а потом по более низкой цене перепродать кому-то, то вот эти два аромата я оставлю точно, потому что они мне прям понравились, прям вот мое. Что у нас там дальше? Так, ага, вот здесь, наверное, часики, из-за которых я, собственно, и делала заказ. Очень досталось такой вот антистрессовой, как я называю, упаковки. Здесь такой вот на самой упаковке указано, что это часы со стразами, сделано в России. Меня это ни капли не пугает. Вот здесь такая вот, я не знаю, гарантийный талон, это, наверное, Россия, углический часовой завод. На руке они смотрятся вот таким вот образом, довольно симпатичные. Все стразики на месте. Ремешочек вот такого свойства. Беленький, нигде не натреснутый. Вроде не видно никаких таких, чтобы нитки торчали или шов разошелся. Стекло не натреснутое, часики ходят. И они из того разряда, который нужно заводить. Очень мне нравится. Я себе давно хотела белые часы подобного свойства, но немножечко, скажем так, другие. Но вот эти тоже достаточно симпатичные, миленькие. Я их буду любить. Вот, очень мне нравится, что здесь есть секундная стрелочка. Ты моя дорогая. Когда смотришь видео, то знаешь, сколько было времени, когда мне принесли эту посылочку, собственно. Вот, очень приятно такое, что я не жалею, что я сделала этот заказ ради этих часов. Мне нравится прелесть. Да, посмотрим, что же у нас там дальше. Вот такой вот Serum Vegetal. Это, кажется, крем против морщин. А вот, да, против морщин для сияния, уход. Так, ясный взгляд. Собственно, вот таким вот образом выглядит сам тюбик. Здесь, здесь 15 миллилитров. Консистенция у него вот такая вот, скажем так, нежно-розоватого цвета. Яблоком она не пахнет, просто пахнет кремом. Называешь по руке, и появляется такой вот легкий-легкий аромат. Такой совсем ненавязчивый, но что-то, да, есть тыбочное. Питательный такой крем достаточно. Оно впитывается, кстати, моментально. Что там еще? Пришла в подарок вот такая вот тушь. Ее всегда Фреше высылают. Все девчонки и так. Камера не хочет никак фокусировать. В общем, я думаю, все поняли, да? Это у нас Купернатюр, тоже ресниц. Разделение объем. Цвет черный 0,1. Здесь 9 миллилитров. Собственно, все на нее ругаются, что она такая рассекая,
что она осыпается, что вообще фигня полная. Ну, не знаю, видимо, это зависит от индивидуальных особенностей человека, потому что у меня на ресницах она ведет себя очень даже прилично, и я на нее вообще не ругаюсь ни капли. Также пришли бальзамы для губ, вернее, гигиенички такие. Вот это она со вкусом айвы. Не пугайся, она не так пришла. Просто в процессе вскрытия немножечко пострадала оберточка. На самом деле, почему, мне интересно, они упаковывают гигиенички до такой степени, что, я не знаю, часа три нужно на них потратить, чтобы распаковать. А гель для душа приходит просто... Где логика? А вот логика. То есть вот эта вот малюа, она пахнет, ну, приятно, но неубийственно, скажем так. У меня был спрей для облегчения расчесывания для волос, мальва, поэтому этот запах мне немножко поднадоел, конечно. И вот такой вот гель для душа. Тоже такой же совершенно запах, очень приятный. Ванильный лимон, потрясающий, шикарный просто аромат, мне безумно нравится. На самом деле, гигиенички я набрала единственно для того, чтобы мне хватило на сумму, чтобы мне пришли вот такие вот часы. Да, я решила, что гигиеничек много не бывает. К тому же я постоянно ощущаю потребность ими помазюкаться, они у меня в каждой комнате буквально находятся. Гигиенички не то чтобы шикарные, но здесь у меня, что называется, все познается в сравнении. Потому что я считаю, что лучше орифлеймовской вот такой вот штуки не бывает для губ ничего совершенно. По крайней мере, мне не попадалось ничего лучше действительно. Вот, и ну, поскольку. Также пришла вот такая вот штука. Это у нас молочко. Так, молочко хоть где? Так, из серии Pleasure Nature. Молочко, да, для тела бурбонского ваниль. Запах совершенно шикарный. Точно такой же, как на аналогичном креме для рук. Вот такой вот, черт, он стоит. Этикетка отвернулся, блин. В общем, также из лимитированной коллекции мне пришла вот такая вот жидкая подводка для глаз. Искрящееся золото называется, цвета тоже на такого золотого. Вот такая вот у него кисточка, сейчас покажу, как это выглядит на руке. Она выглядит вот таким образом, но я не шибко старалась тоненькую линию какую-то провести, когда делала на руке эту мазню. Здесь всего 2,5 мл в тюбике, но я полагаю, это достаточно для вот такой вот, скажем так, праздничной вещи. Причем я сделала маленькое открытие, если тут же растушевать, то вся рука будет, вся кожа будет в таких блесточках, то есть ее можно использовать и как блеск для тела. Это будет выглядеть нормально, то есть такие вот, ну ты видишь, впрочем, у меня на руке поблескивает такая вот всякость. И пришла вот такая, вот такие вот три пробника, туалетная водичка Naturelle, Serum Vegetal антивозрастной крем и Hydra Vegetal. Вот, увлажняющий. Собственно, вот так вот выглядит вся моя посылочка. И, конечно же, фаворит этой посылочки – это вот такие вот часы. Да, я тебе желаю, чтобы тебе посылочки всегда приходили так же быстро, как мне пришла вот эта вот. Спасибо за внимание. С тобой была Даша. Пока!